сейчас глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров занимается активным брендированием продуктов, производимых в республике. Скажите, пожалуйста, что Дагестан может предложить России, да и всему миру? Мы занимаемся пропагандой и распространением своей традиционной культуры. Дагестан последние месяцы создал центр традиционной культуры в Махачкале, большой центр, в 20 районах и в городах. Значит, мы возрождаем традиционную культуру, значит, мы будем создавать лаборатории национальных инструментов, лаборатории национальной музыки, лаборатории национальных костюмов. То есть мы как раз таки, но вместе с тем мы не уходим в этнографию. Мы хотим, чтобы эта традиция продолжалась. Мы хотим сочетать и традиционное искусство, и современное искусство. Поэтому Дагестан уже есть, уже несколько веков, вот даже у Манаби Магомедовой 12 поколений, которые занимались этим искусством кубачинским, там, золотых дел мастера, да, 12 поколений, это означает, вот, как говорили сегодня здесь Алексей Константинович, это примерно с 15-16 века. Я думаю, что это мастерство уходит еще глубже. Поэтому наши предки все сделали, чтобы мы обрели свое имя, в том числе имя как мастеров, как художественных мастеров, промыслов и так далее. Нам сегодня надо это продолжить и доводить до наших детей и внуков. В любом случае, если то, что делают люди, мастера, это делается на высоком уровне, она даже, может быть, не требует особой пропаганды, все равно человек до этого дойдет, потому что человек тянется к красоте по своей природе. И важно, чтобы эта красота воспроизводилась.